Структурные подразделения администрации Раменского городского округа отчитываются о проделанной работе за 2019 год на депутатских слушаниях Совета депутатов Раменского городского округа. Такая процедура проходит ежегодно. Сегодня, 22 января, депутаты заслушали отчеты по вопросам безопасности, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства, потребительского рынка, инвестиций и развития предпринимательства, взаимодействия со СМИ. Депутатские слушания продолжатся завтра. Вел мероприятие председатель Совета депутатов Раменского городского округа Юрий Ермаков. Более подробно об отчетах вы узнаете из ближайшего выпуска программы «Городские вести».